Семейные традиции – важнейшая составляющая благополучной семьи. Нередко за повседневной суетой и заботами мы забываем о самом главном, что есть у каждого из нас – о связи с родными людьми. Семейное чаепитие – великолепная традиция, которая несет в себе прежде всего объединяющую ценность. Собирая за одним столом близких людей для того, чтобы люди могли поделиться новостями, помочь добрым советам, просто пообщаться. Мы в разное время убегаем на работу и учебу. В разное время не всегда дома обедаем, в разное время возвращаемся домой. И нам некогда остановиться и поглядеть на родных нам людей. И помочь нам в этом смогут чайные посиделки. И не обязательно ждать воскресенья. Можно устроить праздник и в середине недели. А когда в доме запахнет выпечкой и чаем, то вы насладитесь этим вечером сполна. И если это станет вашей семейной традицией, то непременно внесет в вашу жизнь спокойствие, размеренность и раскрасит серые будни. Как у каждой традиции, у чаепития есть свои правила, а именно только домашняя выпечка, ароматный чай и сервировка стола. И начнем мы с самого главного – с выпечки. Сладкая выпечка – всегда желанное дополнение к чаю. Традиционно это кексы и пудинги. И сегодня у нас пудинг с персиками. Пудинг – десерт из муки, яиц, молока и сахара. Пудингом причисляются и шарлотки, суфле и воздушные пироги. По некоторым рецептам вместо муки в пудинг кладут хлеб, манку и рис. Иногда добавляют также масло, творог, изюм, курагу и инжир. Начнем с персиков. Конечно, можно использовать и свежие персики, что я и делаю летом. Но сегодня я их заменю на консервированные. И вы увидите, будет ничуть не хуже. 10 половинок нам потребуется. Этот пудинг хорош тем, что можно использовать абсолютно любые фрукты, которые есть у вас на кухне. Груши, бананы. Теперь буквально 1 ложка сиропа. И 2 столовые ложки сахара. И такая нотка. Это ванильный экстракт. Вообще я люблю использовать ваниль в стручках. Но ее трудно купить, поэтому ванильный экстракт очень хорошо заменяет. Сахар и вода дадут вкус карамели, а ваниль добавит запаха. Минут 10. И займемся тестом. Пол пачки масла, 125 грамм. Есть у меня такой секрет, когда я знаю, что мы кушаем дома или ко мне должен кто-то прийти, я обязательно выкладываю масло из холодильника. Оно становится мягким к тому времени, как я пришла. Пол стакана сахара. И вымешиваем. Для вымешивания я использую силиконовую лопатку. Силиконовая лопатка вообще гениальная вещь на кухне. Ее наконечник гнется, когда мы что-то вымешиваем. Можно, конечно, использовать и деревянную лопатку. Это природный материал, не царапает поверхности. Но трудная задача, как вымешивание и смешивание продуктов силиконовой лопатки, вполне под силу, получается гораздо лучше. Мы должны взбить масло до состояния шелковистой, бледно-бледно-желтой массы. Все, берем 2 яйца. Добавляем их в нашу массу. Немного перемешаем. Пол стакана муки с разрыхлителем. Пол стакана. Муку я все же просею, тогда она наберется воздуха и тесто будет воздушным. Добавляем разрыхлитель. Разрыхлитель – это то, что дает муке дышать. Можно, конечно, использовать и соду, гашеную в лимонном соке, или в уксусе. Но я использую разрыхлитель. Не зря же люди это придумывают. И соединяем. Вымешиваем тесто аккуратненько. Оно быстро
готовится. Вот, собственно, мы соединили муку с яйцами, с маслом. Тесто готово. Еще чуть-чуть его помешаем, чтобы уж совсем не было комочков. Все, оно готово. Посмотрим, что с нашими персиками. Они стали мягкими, кожица слегка сморщилась, а запах с ума сойти. Выключаем. Берем керамическую форму. Можно, конечно, использовать и противень, только застелить его фольгой. Но керамика – это красиво. Ее можно поставить на стол. И еще парочку. И вернемся к тесту. Посмотрите, я не стараюсь его разложить равномерно. Потому что, когда я поставлю его в духовку, пудинг, где-то будет кусочек теста, где-то не будет. Будет очень красиво. Сверху можно выложить немного для красоты замороженных ягод. Но мы сохраним здесь желтый цвет, потому что соус мы еще приготовим. Все. Духовка 180 градусов. На 25-30 минут. Я люблю поливать десерты соусами, особенно ягодными. Я замораживаю ягоды, начиная с мая. Вишня, малина, красная смородина, черная смородина. Их у меня всегда много в морозильнике. Мы используем сироп, в котором мы вываривали персики. Кидаем по горсти черной смородины. Это не красная смородина, это брусника у меня. И вишня. Вот такой ассорти у нас получится. Одна ложка сахара, все же. И помешаем. Как только ягодки чуть-чуть начнут таять, добавим вина. Можно красного, можно белого. У кого какое есть и кто как любит. У меня белое вино. Грамм 50, не больше. И будем это все вываривать. Помешаем. Оставим ягоды. Они должны немного прокипеть, и соус должен стать густым. Все, соус готов. Выключаем. И пока пудинг у нас в духовке, мы займемся сервировкой стола. Скатерть для чаепития лучше выбирать льняную, а салфетки подобрать ей в тон. Очень нарядно смотрятся также накрахмаленные белые скатерти, украшенные вышивкой и кружевом. Желательно, чтобы цвет скатерти сочетался с чайной посудой. Если она белая, скатерть должна быть яркой. Если многоцветная, скатерть должна быть пастельных тонов. Салфетки у меня ручной вышивки, поэтому скатерть у меня белая, и весь акцент я перенесла на эту важную деталь. Салфетки являются обязательным предметом сервировки чайного стола. Существует несколько общепринятых правил сервировки, касающихся салфеток. Полотняные изделия во время чаепития следует класть на колени, свернув их вдвое. Не принято заправлять их за воротник. После окончания чаепития полотняную салфетку следует класть на стол слева от тарелки. Не рекомендуется ее мять или складывать. Бумажное же изделие рекомендуется класть прямо на тарелку из-под еды. Ажурные, вязаные, вышитые, кружевные салфетки кладут под заварочный чайник, вазочки из-под варенья и прочими чайными угощениями. Хочу показать вам, что происходит с нашим тестом. Посмотрите. Но не будем ему мешать.
Если чаепитие происходит зимой или осенью в пасмурную погоду, то шторы на окнах лучше задернуть. А зажженные свечи несут дополнительное ощущение тепла и уюта в вашем доме. Процесс приготовления чая должен происходить на глазах. Но об этом в следующей передаче. Наш пудинг уже готов. Я полила его ягодным соусом. Лучше всего его подавать к столу с теплым и накладывать на тарелки ложкой. Семейный чай – это лучший способ сохранить тепло и уют домашнего очага. Если у вас есть хоть малейшая возможность, то постарайтесь сделать традиционным чай в вашей семье.